Мой ученик мое богатство. Теперь, так могут сказать, педагоги, подготовившие лауреата Всероссийской Олимпиады. В Краснодаре заключили соглашение о выделении премий таким наставникам с 1 января 2018 года. Документ подписан вице-губернатором Анной Миньковой. Теперь, если ученик займет первое место во Всероссийской Олимпиаде, его наставник получит 100 тысяч рублей и 50 тысяч за второе или третье место. Юные юного Вундеркинда тоже поощрят. Перечислят 20 тысяч рублей. Столько же сейчас составляет премия главы Краснодарского края, который ежегодно получает 70 одаренных школьников. Внедрение нового стимула инициатива губернатора Вениамина Кондратьева. Гранты за работу с талантливыми детьми должны дать новый толчок к повышению качества образования в регионе.